Друзья, всем доброго дня. Хочу показать, как выглядят наши сеянцы. Сеянцы 2019 года. Летом обязательно будем наблюдать за новыми цветами. Вот уже очень многие дали вот такие поверхностные листочки. Тоненькие, маленькие, но уже очень приятно, что пошли верхние. На некоторых кустиках, видите, еще нету поверхностных листочков, только подводные. Но тем не менее, очень много. Все это абсолютно разные сорта. Проделана колоссальная работа. В этом году очень много упор ставился именно на получение необычных опылений, очень сложных, которые ранее практически, можно так сказать, у многих не получались, а даже у именитых зарубежных гибридизаторов. Буду вам все это летом обязательно показывать. Все наши новые цветочки, наши новые гибриды. Вот, а сейчас я делюсь тем, что на данный момент есть. Как прорастает. Вот так, очень красиво. Вот оригинальный, мне нравится, как идет. Сейчас так закрою вам от ламп. Видите, в виде звездочки. Очень интересный будет гибрид. Это выращивание нимфеи из семян. Всего вам доброго, друзья. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч.